примерно размеров стола для нарезки полипропилена. Я когда-то видео снимал, но общее такое видео, как он выглядит и все остальное. А когда пришлось сделать такой же стол, то опять возникли вопросы. Зачем изобретать велосипед, если есть готовые стандартные размеры? Это нужно просто скопировать. Значит, вот сразу замеряем размеры. Ширина стола 56 сантиметров, ширина, длина, общая длина стола 170. Мы режем постоянно, будет это рукав или будет это не рукав, будет полотно, все равно ширина здесь 40. То есть нам надо чуть-чуть запаса стола для того, чтобы это все удобно нарезалось. Здесь есть линейка, если нужно делать нестандартные какие-то размеры, чтобы все не перенастраивать, можно себе там 70 сантиметров, 60, 50, вот как удобно, вот здесь все проградуировано. Теперь здесь текстолитовая плита, для того, чтобы не, этот стол надвое не разрезать ножиком, вот она здесь есть. Тут уже так просто ложбина такая проделалась, вот для навески. Выглядит это все приблизительно вот таким вот образом. Сейчас мы делаем длину 110, то есть мешок будет 55, вот оттягиваем. И когда пускаем, у нас там есть приемник, куда уезжает целлофанчик. Значит, что еще здесь? Высота. Чтобы помещался рулон весом 13-15 килограмм, высота вот этой оси получается 25 сантиметров. 25 сантиметров сюда поместится, ну, где-то рулон килограмм 15. Больше делать, я думаю, не стоит. Теперь здесь есть вот такая система ограничителя, которая не позволяет ему разматываться больше, чем нужно. Вот такая, просто пропилен заправлен под него. Теперь высота стола. Для того, чтобы удобно на нем нарезать, высота получается у него не стандартного стола, вот, а высота получается 87 сантиметров здесь. 87 сантиметров его высота. Значит, здесь он сделан из ДСП, то есть тирсоплиты. Есть такая подставка, есть укрепление для того, чтобы он все-таки не шатался. А ну давай, снизу. Вот расстояние, давайте сразу до стойки показываю. Значит, расстояние 40, соответственно 40 с другой стороны. Теперь внизу есть подставка для складывания готовых пакетов. Ну, тут разных там вещей можно сложить, что такое. И тут есть такое еще укрепление, чтобы просто мощнее была сама установка. Если он стоит, как у нас здесь, в сухом месте, то, значит, тут деревянные использовано полностью. Ну, деревянные, а ДСП. Но если он будет находиться где-то в грибном помещении, где много сырости, то такая плита быстро испортится, то лучше сделать вот эти ножки, все-таки свалить из металла, из пустотелки, из металла, и тогда этот стол и будет намного устойчивее и намного дольше может послужить. То же самое касается и вот этой опоры. Здесь ось ничего тут не вращается, обыкновенная ось. Как происходит зарядка самой бухты, то есть вот таким вот образом мы ее отсюда снимаем. Вот, просто снимается и закладывается обратно. Здесь стоит такой ограничитель, чтобы вот этот рулон у нас регулярно не ездил по всей площади. Здесь стоит ограничитель, который не позволяет ему съезжать. При нарезке большого количества, полотна, просто без этого станка обойтись невозможно. Потому что можно нарезать 10 или 20 ножницами на столе, но тем более, что ножницы дают трещины при разрезе, потом он рвется, этот полипропилен. Лучше всего все-таки выполнить вот такой станочек для вот этих изделий. И здесь просто закрепляется, чтобы ось никуда не съезжала. Все, диск плотно, то есть не диск, а вот эта бухта плотно стоит и вот таким вот образом перемещается. Текстолитовая плита для мерки. Ну и в принципе, вопросы еще есть? Нету. Нету вопросов. Значит, вроде все рассказали об этом. Тут больше, я не знаю даже чего добавить.
все рассказано, все показано. Значит, размеры в общем плане мы показали. Рекомендую к применению. На этом все.